Я уже дома, и на завтрак у меня сухарики киевские, три штучки маленькие с изюмом, очень их люблю. Также одну галета и кофе с молоком, как всегда на завтрак. Так что приятного аппетита! Ребята, всем привет! Мы сейчас с мамочкой идем гуляем. Хотим съездить сегодня еще на Академгородок. Когда буду маму провожать, зайдем, посмотрим в конфискат тоже одежду, обувь, там все, что хотите, есть и недорого. Вот, а сейчас мы идем, погуляем у нас по району, тоже хотим зайти в магазинчики и... Да, урожай в этом году. А вот Говоришь. орехи, да, маленькие, доспевают. А это жасмин? А, О, нет, нет, это... это шиповник. Да, сегодня я был... Гуляем сейчас по новому райончику. Это жилой комплекс Фортуны. Здесь очень красиво, много разных площадок. Также есть вон тренажерные. Вот у нас новый салон открылся. Раньше его никогда не видела. Называется Family Style. Студия красоты. Нужно будет, кстати, узнать, сколько тут маникюр и постричься. О, также есть массаж. Отлично. И смотрите, какая территория красивая. Здесь есть площадки и вот такие вот дома. Решили сегодня с мамой пообедать в кафе. Пришли в Ля Кревет, у которой возле нас ресторан рядом находится. И сейчас сделаем заказ. Я буду, наверное, салатик с мясом. Я уже давно отошла от меню диеты и сейчас просто на правильном питании. Мы сейчас с мамой заказали себе томатный сок. Обожаем томатный сок. Вкусный? Очень вкусный, да. Холодненький. Класс. И также я заказала себе кальян свежефруктовый. Получается, там яблоко, апельсинчик, лимончик и киви. Очень классный кальян. И смотрите, какой сам красивый кальян в камушках, в бусинках. Принесли нам наш обед уже роллы. У меня Филадельфия с лососем, мама Филадельфия с угрём. Вкуснятина. Так что будем кушать. Приятного аппетита. Да. Да. И всем, кто кушает. Зашли в кафе. Смотрите, здесь вкусняшки. Макароны. Сказала кофе. Ребята, всем доброе утро. Мы сейчас с мамой завтракаем. Вот я себе, как всегда, сухарики. Один поджарила и один галет, а также кофе с молоком. Маму также посадила на правильное питание. Скажи всем привет, да. И мы смотрим Флориду Ялту. Я обожаю эту женщину. Очень ее давно смотрю, уже на протяжении лет 5. И она настолько интересная, настолько эффектная, что ну, просто я не могла с мамой не поделиться, не показать видео ей новые. Так что, кстати, напишите, смотрите ли вы Флориду Ялту. Это Людмила ее зовут, женщина, которая живет в Америке. Вот, переехала с Украины, с Ялты. Вот. Она себя не показывает, она сейчас показывает, как она живет. А вот и сама Людмила. Я думаю, что многие ее знают. Будьте здоровы. Хорошего настроения. Всем спасибо. Кстати, я смотрю Антона С. И это человек, который вдохновил меня на похудение. Который начал, устроил марафон похудения. И я также захотела очень сильно похудеть. И вот смотрю его постоянно. Кстати, напишите, смотрите ли вы его. Мы сейчас с мамой гуляем по парку, по центральной нашей улице, площади. И посмотрите, что дети творят, как обычно, купаются в фонтанах. Уже все мокрые. Некоторые пораздевались уже в одних шортиках. Погода сегодня вообще супер.
Вот наш памятник Шевченко. Мы сейчас идем в Арпен-Сити, в наш торговый центр. Хотим посмотреть кое-что. Девочки, спасибо всем, кто в комментариях написал и мне посоветовал крема от высыпаний, от прыщиков, от пигментации, от постакне. И вот я прикупила La Roche-Posay Innovation Effaclar Duo Plus. Это инновационная какая-то еще улучшенная формула. И я вспомнила, что мне именно Effaclar Duo, когда я приходила к дерматологу, она также его рекомендовала. Она вообще мне порекомендовала уходовые все средства, всю уходовую косметику, чтобы я сменила на La Roche-Posay. И вот я пришла в аптеку, попросила Effaclar Duo. Она сказала, что это еще более улучшенная формула, и также в аптеке девушка-консультант также мне его посоветовала, сказала, что это одно из лучших средств, которое действительно помогает бороться с высыпаниями, которое убирает их, убирает вот эти вот пигментные пятна, раздражение, покраснение, так что буду его теперь использовать, пробовать, обязательно еще поделюсь отзывами с вами, когда я его уже попробовала. И сейчас вам хочу прочитать, для чего же, что он делает. La Roche-Posay Effaclar Duo — это комплексный корректирующий засип с антирецидивную дию для догляду за жирной та проблемною шкірою. Коригує виражні недоліки та попереджує повторну їх появу, вирівнює поверхню шкіри, бореться з появою постакне, пігментації, зволожує та матує шкірою. Показання жирно-проблемна шкіра з вираженими недоліками, нова формула, засіб. Ну, здесь, в общем, уже описание идет. В общем, я думаю, что вы поняли, что это именно для проблемной кожи и для высыпаний. У меня комбинированная на Т-зоне жирная кожа и больше всего на Т-зоне высыпаний, так что буду его использовать. И я надеюсь, что он мне поможет, подойдет. Так что буду сегодня уже его тестировать. Здесь вот такой вот тюбик, я думаю, что мне его очень надолго хватит, так как вообще мне La Roche-Posay, я вон крема, до сих пор использую уже на протяжении полугода, и у меня они все никак не заканчиваются. Так что, я думаю, такого огромного тюбика, здесь 39 грамм, мне тоже хватит как минимум на полгода. И напишите, кто из вас им пользовался, и действительно, помог ли он вам, насколько... Ну, хотела бы почитать ваши отзывы. Так что, девочки, пожалуйста, кто им пользовался, напишите, мне будет также очень интересно и полезно. Кисулечка, давайте поглажу. Моя девочка, она такая ласковая, мурчит постоянно, когда я глажу. У нее, кстати, уже прошли все клещи, действительно, капельки, и вот этот вот поясочек ей помог. У нее нет ни клещей, ни блох, по крайней мере, я ничего не вижу. Она так любит, когда ей животик. Ты сейчас упадешь, кисулечка. Ой, ты куда? Ты куда легла? Кисочка, ты опять сейчас упадешь, ты так со всех ступенек будешь скатываться. Она так любит, когда ей гладится. Ты сейчас так... Ты со всех ступенек сейчас будешь падать, кисулечка. Кисочка. Давайте я буду просто так гладить. Лежи, а то ты любишь, когда тебе животик под шейкой, да, малышка? Кисулечка. У нее здесь было сдертое, у нее остался такой шрам, но уже шерстью заросло. А здесь вообще даже шерсти не было, у нее был шрам. Кисочка. Скажи всем привет. Такая хорошая кошечка. Да, кисулечка? Скажи. Скажи, ласковая такая девочка. Я, кстати, палец немножко врезала, и пришлось его перемотать, потому что больно было почки. Девочка, смотрите, как она сама прям под руку подсовывается. Давайте я вот так вот, вот так вот.
Давайте погладим, погладим, почешем. И у нее под ошейничком тоже немножко ей трет, натирает, чешется. Ой, зевает. Мяу. Сисечка. Мяу. Хорошая. Ладно, давайте я сейчас дам или молочка, или чего попить. На обед сегодня мама приготовила зеленый борщик. Здесь получается капусточка, щавель, зелень, морковка и кабачок. Вот, все очень ароматно, вкусненько. И также сами кабачки тоже протушили. Так что сейчас будем кушать. А вот и наш с мамой обед. Сейчас будем кушать зеленый борщик. Мама уже добавила сметанку. Я вот тоже, наверное, добавлю себе немножко, сметанку одну ложку. Также кабачки и кусочек хлеба поджаренного в тостернице. Вот, так что уже кушаем. Приятного аппетита. Спасибо. Ходим сейчас, гуляем у нас по району. И посмотрите, какая классная детская площадка. И вокруг такие вот дома новые. У нас на районе открывается кальян новый. Давай. Ай, достраивай. Все, я дал. Еще не курим, нет? Не курим, да? Через неделю.